Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и сегодня я не один, со мной... Денис. Да, ребятки, и прямо сегодня я прокачаю инвентарь Дениса. Смотрите, да, купил. Денис, угу. У тебя есть ровно 20 кейсов. Я смотрю, Денис уже повеселел, когда видел всю эту голду. Но вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если хотите попасть в прокачку. Также подписывайтесь на мою группу ВК и на мой Инстаграм, потому что именно там я выбираю людей для прокачки. Да, давай всех по 5. Всех по 5, говорится. Все по-честному, без обмана у Дениса Сулеймана. Нормально, 5. Еще 5. Денис, ну слушай, ну ты вообще рад, что попал в прокачку или нет? Или типа, конечно, да, такое. У меня и так раньше был инвентарь на 10 голды, и он был топовым. Не? Конечно, рад. Ну что же, я уже предлагаю начинать. Денис, ты готов? Так честно. Ну, давай сначала откроем 13-й кейс. К вашему вниманию представляю новый уникальный проект под названием GG Standoff. Только тут самые выгодные кейсы по самым дешевым ценам. Я рекомендую именно этот проект и открываю кейсы именно на нем. Также тут есть бесплатный барабан, совершенно бесплатно. По моему промокоду ты получаешь еще один бесплатный барабан. Помимо всего этого, тут есть очень выгодные контракты и апгрейды. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод KEN25 при пополнении и получай 25% на свой баланс обратно. Ну что же, а мы продолжаем. 13 кейс, блин, это же несчастливое число. Ну давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Если я правильно посчитал, а я правильно посчитал, это получается этот travel кейс. Денис, давай, прямо сейчас задержим дыхание и открывай, давай. Ну почти, Денис, да блин, а что ж нам так не навалит? Что ж нам так не фартит? Так, ну ничего, я предлагаю открыть Origin Case. Ты готов к этому? Origin, да. Честно, готов? Я сейчас сделаю тебе мега-секретный буст на Treasure Hunter. Смотри. Смотри, братан, сейчас ты станешь богаче. Давай, АКР, АКР. Давай, присоединяйся. АКР, 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 АКР. Я понял, окей, не проблема. Мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Ты готов? Какой кейс открываем? Да, выбирай. Я готов всегда. Какой кейс открываем? Давай Фьюриус. Я очень люблю керамбиты. Фьюриус. Ну давай, давай Фьюриус кейс. Прямо сейчас откроем. Я надеюсь, тебе выпадет керамбит Dragon Glass, потому что, как по мне, ну он реально самый крутой. Ну посмотри на эту малышку, ну честно, ну... Так... Ай, блин, почти керамбитик, прикинь. Слушай, ну это уже белая полоса. Мы уже его увидели. Ну, Кэрспорт, это тоже хорошо. А какой скин ты хочешь, чтобы тебе выпал больше всего-то? Может, нож бабочка? Может, нож М9? Что ты хочешь, признавайся? Ну, я хотел всегда бабочку купить. Нож бабочку. Давай, давай! Да, у меня была цель вместе с моим другом выбить нож бабочку, либо купить. Так давай выбьем! Я сделал секретный буст на все ножи бабочки. Так, ты готов? Да. Я не слышу, ты готов? Я готов! Поехали! Так, смотри, сейчас, короче, тебе навалит. Ой, USP. USP 50, статрек. Да! Да! Да, 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 мы это сделали. Уже хотя бы один нормальный скин. Слушай, ну уже неплохо. Так, ну что же, тем временем у нас осталось еще довольно-таки много кейсов. Давай я предлагаю так, давай откроем сразу два кейса за всех подписчиков. Согласен? Да, давай. Два просто кейса за, подписчиков. За всех подписчиков. Подписчики, открываем за вас. Надеюсь, вы поставили лайки, потому что мы открываем кейс чисто за вас. М110 кибер. Статрек? Почти. Ну, блин, мы пытались. Давай еще один, ну, еще, ладно, один еще один кейс за подписчиков. Давай, за подписчиков. Подписчики, не подведите и на... Ох ты, да, блин! Почти. Слушай, ты видел, как много всего прилетело? Мне что-то кажется, что нам должно скоро навалить. Надеемся на керамбиты или форест пирс. Короче, смотри, сейчас мы разведем форест кейс. Мы сейчас сделаем буст на рарки. И по реверсивной психологии, ты же знаешь, что такое, да? Все же знают, что такое реверсивная психология. Прямо сейчас мы делаем буст на рарке. Раз рарочка, два рарочка, три рарочка. Мы обманываем кейс, чтобы он ничего не слышал. Закрываем глаза. Ты закрывай глаза, закрывай, закрывай, закрывай. И на счет три открываем. Давай, сейчас будет нож, наверное. Раз, два, три! Два, три! Ладно, я был. Давай, давай еще раз так же. Опять попробуем обмануть. Попробуем обмануть. Давай, давай так же. Так, давай, делаем да, буст. Давай, давай, давай. Закрываем глаза. Все, закрывай глаза. И на счет три открываем. Лишь бы хороший скин, лишь бы хороший скин. Давай, один, два, три! Два, три. Статрек. О, статрек. Ну, слушай, уже хотя бы что-то. Уже хотя бы очень-таки неплохо. Давай, ривел откроем. Давай, откроем ривел кейсик.
А у нас есть... А, вот, Rival Case. Давай. Какой тебе скин больше всего нравится с Rival Case? Признавайся. Нож, наверное. Статрек Некромансер. Сильно хотел бы этот АКР Некромансер Статрек, да? Только Статрек. Ну я постараюсь, постараюсь. Давай, сейчас скажу заклинание. АКР Статрек Выпадамиус. Смотри. Готовься, готовься. Сейчас будет богатая жизнь. Забудь про бедную жизнь. Генезис! Генезис! Давай еще, еще. Слушай, навалит, 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 навалит. Я чувствую, чуйка, чуйка. Чувствую, давай, пятое давай, чувство открылось. Давай, давай, готов? Надо быстро. Да, да, да. Давай, давай. Три, два, один. Райвел, Райвел, не подведи, не подведи, не подведи, не подведи, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Белая полоса. Статрек, статрек, статрек. Статрек, пожалуйста. Да! Да! Победа, слушай, обалдеть. Мы уже с тобой, в принципе, ну, довольно-таки неплохие скины выбили. Ну, почти волк. Так, ну что же, слушай, я предлагаю, давай еще раз Фейбл Кейс добьем. Надо все-таки выбить. Да, ну, надо выбить Легаси. Ну, посмотри на эту малышку, ну, скажи честно. Ну, нет, была бы она девушкой, ты бы влюбился? Влюбился бы, честно, в нож бабочку? Конечно, влюбился. Да все бы влюбились, кто бы влюбился, став плюс. Сейчас, короче, хэштег Кент сошел с ума. Так, ну ладно, поехали. Так, ты готов? Да. Давай. На счет три открываю. Давай, одновременно считаем. Один. Раз. Два. Два. Три. Три. Давай, давай, нож бабочка. О, пролетел! Нож бабочка, нож бабочка! Почти, ты видел, как рядом, почти ты бабочка. Видел, как рядом, блин, этот такой рофл. Да. Давай еще Фейбл Кейс, слушай, нас, походу, рофлит. Ну, я не верю, ну не может быть, нас рофлит. Рофлит. Так, давай, короче, готова открывать еще один? Нож бабочка выпадает. Нож бабочка, нож бабушка, просто. Хэштег нож бабочка просто выпадает. Просто нож бабушка выпадает, хэштег. Давай, три, два, один. Поехали. Закрываем глаза, закрываем глаза, блин. Закрываем глаза. Надеюсь, мы откроем и будет какая-то аркана. Хотя бы аркана, блин. Как бы я хотел нож бабочку. Давай. Один, два, три. Ё-моё. Давай еще раз. Давай еще раз. Давай не будем по этой тактике, а то она не изучает. Давай один глаз закроем. Это новая тактика. Называется одноглазый пират. Закрывай глаз. Да. Давай. Поехали. Нож. 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 Нож! Нож! Нож. Ну, блин, не хватило одного слота. О, статрек! О, ну, статрек, статрек. Не, ну слушай, ну как по мне, тоже довольно-таки неплохо. Слушайте, сколько же статреков выпало? Раз, два, три, четыре. Ты вообще везучий по жизни или нет? Вот скажи, честно, везучий? Я по жизни вообще не везучий. Вообще не везучий? Но я надеюсь, прямо сегодня мы сможем это исправить. Сейчас будет волшебное заклинание от Кента. Тирамбит. Юниверс. Выпадимиус. Данимус. Больше не четиримус. Поехали. И нам выпадает! Нам выпадает! Статрек! Давай статрек! Блин, ну слушай, ну хотя бы уже хоть что-то нормальное. Ребят, мало ли кто не знает, Денис это мой родственник, поэтому я хочу, чтобы ему выпало что-то нормальное. Так сказать, по-братски хочу, да? По-племяннически. Да, по-братски. Ориджин, давай, М9 Драгонглаз. Давай, я делаю буст. Давай скажем пару приятных слов. Драгонглаз, ты очень красивый, ты нам нравишься, мы хотим, чтобы нам выпал. Да, мы очень хотим, чтобы ты нам выпал. И честно говоря, Денис в тебя уже тайно влюблен. Да. Я тоже. Никто об этом не знает, кроме меня. Это секрет, да. Так, ладно, поехали. Никому. Давай, поехали. Слушай, давай сделаем буст на Картершер Хантер. А Картершер Хантер, не подведи. Ну посмотри на эту малышку, ну честно. Ну да, скажи, ну какой же классный бомбезный скин. Давай. Согласен. Полетели. И нам с тобой выпадает, выпадает Эпик Юнпи 45. Так, у нас осталось с тобой ровно 5 кейсов. Надо сейчас, короче, не знаю, просто собраться, собрать всю нашу силу в кулак. Да, давай, всю, как обычно, всю, знаешь, кулак. Вот у меня есть такая бы традиция, все, кого прокачивают, поднимают кулачок и нам наваливай, давай. Давай, поехали. Поднимаем кулачок и нам с тобой выпадает, нам выпадает. Ну, блин, ну хотя бы статрек, пожалуйста. Хотя бы статрек. Ай-яй-яй. Нет. Давай, ладно, Apple. Окей. Меняем тактику. Два кулачка поднимаем. Два кулачка. Мы не сдаемся. Два кулачка, два кулачка. Три, два, один. Поднимай, 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 поднимай. 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 Почти. Слушай, как же рядом. Как же рядом. Так, осталось три кейса. Три кейса. Давай, давай, давай. Давай, Райвел откроем. Давай, Райвел кейс. Я делал буст на... АВМ Генезис и UMP-45 Beast. Блин, как же было бы круто, если бы выпала какая-то топовая аркана или нож. Я думаю, или мы бы нож, кричали да. бы от радости. Давай, Дениска, поехали. Или давай, 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 давай. Нож, давай, давай. Нож, 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 нож. Нож.
увы, ах, ну, почему-то бывает. Удача сегодня поворачивается к нам пятой точке. Слушай, у нас осталось последние два кейса. Представь, как было бы классно, если последние два кейса нам бы навалило. Серьезно, представь, с последних двух кейсов выпало что-то годное. Давай, короче, Дениска, ты готов? Так честно. Да, я готов. Давай, поехали. Смотри на керамбиты, просто смотри на керамбиты. Давай, давай, о, смотри, давай будем считать, сколько керамбитов пролетит. Поехали. Так, раз керамбит вижу. Давай, раз. Два керамбит. Два. Так, два керамбита. Почти. Так, ну что же, у нас с тобой остается последний кейс. Последний кейс. Возможно, нам выпадет АКР Трашихан Драстатрек, и просто мы забудем о всех наших проблемах. Надо сейчас просто по максимуму собраться, надо очень постараться. Я сейчас сделал просто нереальный буст, я такие бусты никому не делаю, только тебе, смотри. Блин, ну я прям капец как сильно хочу. Так, ну что ж, ты готов? Я тоже очень хочу ножик. Ты готов? Давай. Да, я готов. Давай закроем глаза. Давай. Давай, просто закроем глаза, пожалуйста. Аркана, 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 выпади, аркана, выпади, аркана, 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 аркана. Так, на счет три открываем, давай. Один, два, три. М4 некромансер. Ну, слушай, ну хотя бы хорошо. Неплохо. Ребятки, вот такая вот вышла прокачка. Возможно, я еще раз прокачаю Дениса, если вы все напишите хэштег прокачай Дениса снова, потому что прокачка была не самая дорогая. Но тем не менее, ребят, посмотрите, какой у него инвентарь. Я считаю, что это неплохо. Денис, ты вообще рад вот такой вот прокачке? Вот такой прокачки я очень рад. Ну а вы, мои уже подписчики, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Я напоминаю, что людей для прокачки я выбираю по инстаграму, поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и на мой ВК. Ссылки есть в описании. Ну что же, с вами был Кент, и пока, и... Денис. Всем удачи, всем... и всем пока. Всем пока.